Накануне в Запорожье прошла встреча премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и заместителя председателя правительства области Андрея Козенко. Стороны обсудили экономические вопросы и другие актуальные темы. Также была озвучена проблема водоснабжения. План развития МФЦ рассказал вице-премьер Запорожья. В рамках встречи было отмечено, что в этом направлении у республики есть большой и успешный опыт. Помимо этого, Козенко предложил развитие проектов дагестанских предпринимателей на базе Запорожья. Для развития бизнеса там создана свободная экономическая зона, где предполагаются условия 0% по налогу на прибыль. Руководитель Михайловского района Вячеслав Бедняк предложил наладить реализацию дагестанских рыбных товаров и морских деликатесов. В свою очередь Абдулмуслимов заявил, что вопросы оказания помощи данному региону стали приоритетными для правительства республики. По итогам встречи присутствующие договорились проработать вопрос поставки продукции дагестанских предприятий, в том числе и для сфер ЖКХ, коммерческих объектов и многого другого, а также дополнительного соглашения по узким направлениям экономического сотрудничества.